Кремле в преддверии славного юбилея нашей Родины состоялась третья сессия Верховного Совета СССР 7-го созыва. На совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР, депутат Байбаков, выступил с докладом о Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1968 год и планах развития народного хозяйства СССР на 1969 и 1970 годы. Министр финансов СССР депутат Гарбузов выступил с докладом о государственном бюджете СССР на 1968 год и об исполнении государственного бюджета СССР за 1966 год. Успешное выполнение народно-хозяйственного плана явится достойным вкладом в строительство коммунистического общества в нашей стране.